Товарищи, стойте! Что вы поете? Что это за песни? Джемби Раквай. Ну что еще за Женя Раклав? Мы же сборная СССР. Надо петь советские песни. Давайте. Я в мир удивительный этот пришел. Отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положить. Первым поздравить команду СССР приехал сам Фидель Кастро. Буэнос диас! Буэнос диас, амиго Алехандро, партизано Гусман, пионеро Камолов, сеньор Чубайс и команданто Эрнесте. Сборная СССР, estas los чемпионas de la КВН Absoluto. Los сценарио de сборная СНГ, estas las шуткас muchas banales и la каламбурра примитива. Señor Чубайс, estas la grandiosa plane, estas la Рубильникос de la Куба. La última noche, tú, señor Чубайс, отключos los рубильникос. Míos e Alexander Vasilievich, estas los прабратos en la cabana, en contra celta trumba, e míos estas la forsto presidente de la КВН de la Куба. Командante Эрнесто, поддержos míos candidaturos. E vestartota... Fidel estas la presidente de la КВН de la Куба. Че Гевара Эрнесто estas la vicepresidente de Premier Liga. Viva la КВН! Ура! Первым наш любименький-прелюбименький КВН поздравит харизматичный комсомолец Вадик. Для тебя, КВН, стихи. Стихотворение «Мегафон». У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Кто? Следующее стихотворение «Москва». Со времен Деда Мого нравится мне Домодедово, но Шереметьево шире, мать его. И, наконец, стихотворение «Надежда». У меня бегут года, а будет ли 17? Ведь давление у меня 60 на 20. Праздничную ноту в наше выступление внесут друзья из Ленинграда Полина и Митя. Мы придумали веселые сценки про Александра Васильевича Маслякова. Первая сценка «Александр Васильевич в лесу». Александр Васильевич! Александр Васильевич! Ау! Не ау, а АВ! Следующая сценка. Александр Васильевич, великан. Кто это? Александр Васильевич! Следующая сценка не про Александра Васильевича. Ну сколько можно про Александра Васильевича? Раненый бобер. А, я бобер. Я ранен. Помогите мне, Александр Васильевич. Стройными рядами к микрофону тянется товарищ Гриша из солнечной Армении. У меня, честно говоря, объявление. Вы хотите семейного счастья, благополучия и гармонии? Центр
почти искусственного оплодотворения доктора Хачатряна ждет вас. Скоро на первом. Он ушел, но обещал вернуться. И не один, а со своими друзьями. Смотрите на первом. 11 друзей Волоушина. В эфире «Хронограф» страницы истории 8 ноября. 48 лет назад в этот день родилась Саманта Фокс. Ее изображение по грудь в конце 80-х вытеснило из советских домов календарь Алферовой и картинку с выпуклыми котятами. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов отобрал у туркменских олигархов газ и хлопок, который он им отдал годом ранее. Как говорится, Бог дал, Бог взял. Сегодня на 96-м году жизни... Это завтра, простите. И, наконец, ученые установили, что у футбольных фанатов в жизни только два увлечения. Это... и футбол. Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Для вас поет Элтон Джон. Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот было бы здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Одно музыкальное поздравление. Поет Алла Пугачева. Тум, ту-ду-дум-дум, бум, бум-бум, бум-бум. Речной трамвайчик тихо встал. Вы не нужны слова, слова, мой милый мальчик. О-хо-хо, о-хо-хо. О-хо-хо, о-хо. Сеньор Эрнесто, call me, okay? I'm waiting. А сейчас сборная СССР делает то, чего никогда не было на сцене КВН. Самая лучшая пародия на Влада Сташевского. Я не буду тебя больше ждать ни за что. За что тебя ждать я не буду. Я думаю, на этом можно остановиться. Всем понятно, лучшей пародии не бывает, потому что ее исполнял сам Влад Сташевский. Ваши аплодисменты! Здравствуйте, друзья! С праздником КВН! Александр Васильевич, мое почтение! Ну и чтобы окончательно добить вас тем, что у нас самые лучшие пародии, сейчас пародия на суперпевца того и этого столетия Сосо Павлиашвили. Моя жизнь как бассейн, моя жизнь как рулетка, то провал, то вдруг шанс, то триумф, то потери, то везде. Сосо! Сосо, успокойтесь, Сосо! Сосо, Сосо, успокойтесь. Не стоит продолжать, потому что это был сам Сосо Павлиашвили! Спасибо вам, Сосо! И, наконец, впервые на этой сцене пенсионер проедет на роликах, жонглируя горящими топорами. Встречаем! Я не готов.
А Сосо был? Сосо был уже, да. И Влад? И Влад пел уже, давайте. Я перегорел. Пожалуйста, Марина, звони Коржакову, быстрее. Что? Я посадил темп. Борис Николаевич, все нормально, если давайте. Вы сейчас не выйдете, у меня тоже не пройдет номер с обручем. Владимир Владимирович прав, давайте быстрее. Борис Николаевич, я почему? Опять подвел СССР. Уже второй раз за последние 10 лет, Борис Николаевич. Очень жаль. Тихо, так давайте я, там же точно не говорится, какой именно пенсионер. Давайте Александр быстро. Григорьевич, на вас не влезут эти ролики. Давай. Влезут, Гарок, не волнуйся, снимайте, Борис Николаевич, левый. Ну, знаете, если Ельцин отказывается выходить, Путин и Лукашенко тоже не входят, то я тем более не пойду. Жанночка, нет, Жанночка, не пойду. Агалакова, вы же профессионал, ну, пожалуйста, ну что такое? Все, конец эфира. Жанна Агалакова, Первый канал, специально для КВН. Подождите. Хорошо, мы справимся сами. Мы же сборная СССР! Выходим! Гарик! Да, Борис Николаевич? Только никому. Хорошо, объявляй. Вот и закончилась праздничная визитная карточка сборной СССР по КВНу. А помните, когда мы все раньше жили в СССР, мы думали, что крона — это батарейки. А радопи — это сигареты. А прима? Приму раньше курили. А сейчас выгоняют из большого. А вспомните, джинсы раньше было трудно купить, а теперь продать. Но самое главное, это то, что раньше люди понимали друг друга с полуслова. А сейчас приходится уже во второй раз. Команданте Эрнесто, call me, time is money. Поехали! Праздник на молодых.